Доброе утро! Сегодня я вам расскажу, с чем сочетать самую простую вещь, имеющуюся почти у каждой девушки – простую белую футболку. Хочется отметить, что данная вещь является базовой и необходима в любом гардеробе. Ведь ее можно носить с чем угодно. Например, с джинсами и кроссовками, юбками и пиджаками. Вы даже можете пойти в ней на работу и при этом выглядеть стильно и необычно. В белой футболке можно проходить все лето, меняя лишь низ и детали. Причем низ может быть самых разных цветов. Экспериментировать позволяет нейтральный цвет футболки. Она отлично смотрится как с пышными юбками, так и с юбками-карандашами разной длины. Однако не стоит забывать о фасоне и, конечно, необходимо ориентироваться на тип вашей фигуры. Так как на дворе лето, не забываем про шорты. Мы выбрали шорты на актуальной в этом сезоне высокой посадке. А так как большинству из нас летом нравится одеваться ярко, мы добавили солнечные оттенки в этот аутфит. Примечательно, что белую футболку можно не только надеть с чем угодно, но и куда угодно. Например, на свидание или вечеринку. А если необходимо сделать образ более роковым, выручит любимая кожаная куртка. Надеюсь, вам понравился этот лукбук и у вас появились идеи на лето. Не бойтесь экспериментировать!